Красногорск – столица шоколадных подарков. 87 лет муниципалитету, из них без малого 20-летия сладкую славу ему кует фабрика «Конфаэль». Сегодня на предприятии выпускают продукции на 300 миллионов рублей в год. Сладости продают не только в Красногорске, но и в Самаре, Ростове, Новосибирске, Екатеринбурге, Астане и Алмате. «Конфаэль» считается такой планкой в российской кондитерской промышленности качества продукции. С того момента, когда мы стали создавать это предприятие, такой ниши, такого направления бизнеса в России, как шоколадные подарки, кроме как какая-то коробка конфет такая стандартная, его не было. А теперь «Конфаэль» – законодатель шоколадно-подарочной моды. И каждый год новые коллекции ждут с нетерпением не только заказчики, но и другие производители. За 19 лет фабрика выпустила больше 20 тысяч изделий. Конфеты, скульптуры и даже картины из шоколада выпускаются с маркировкой «Сделано в Красногорске».